Так, я бы вам хотел объяснить и систему кодов сбербанковских карт. Даже сами эти сберки не хотят объяснять. CVC иногда требуется в некоторых системах. Типа говорят, есть CVC код 2 на Visa и MasterCard, а есть CVC, что ли, код. В общем, раньше был один, и он оплачивался всеми системами. А вот, например, в Burberry требуется код, который в приложении оплачивается. А которая система стала, и как-то хуй знает понять. То есть Kiwi требует код, который, если сейчас же не дебетовые карты в Сбербанке. Вот. Который у вас на карте написан. До Нового года, который, ну, был. Ведь недавно ввели карты, типа, платежную систему карт. Типа, ну, что она бесконечная стала, автоматически у вас приложение обновляется и до следующего года. Вот у меня на 2024. Причем тут не надо точную дату писать, а если вы, например, выполняете себе, например, в вашем интернете, опять же, код, то тут почему-то старое пишите. Число и похуй. Вот, число стоит вообще похуй. Оно у вас типа автоматически вбито в систему оплаты. Вот, карту выбираете вашу. И тут число. И тут число, вот оно. Короче, как вы... А, тут вот, видите, без требует просто CVC код. CVC код это старый код. Ну или наоборот, короче, два вводите. Один у вас в приложении находится, а другой код, короче, у вас находится... Ну это теперь недавно так стало. А второй код у вас в приложении находится, второй на карте. Ну, число вам надо вводить 24, потому что карта обновилась автоматически. Ну, такая теперь хуйня. Некоторые, наверное, системы пишут коды, которые им требуются. Хотя раньше был один код. То есть ко всем системам подходил. А сейчас вот такая вот хуйня, путанная с этими кодами. Вот, короче, такие дела, блин.